Всем привет! Что новенького? Да новенького, в принципе, ничего. Вот есть небольшая вещь интересная. Новый рюкзак, например. Моя жизнь, мои правила. Ну а так, собственно говоря, что же все-таки произошло сегодня? Ой, никогда такого не было, и вот опять. Поехал я, значит, на работу. Я вот приехал. И самое, что интересное, я забыл телефон. Нормально? Так сильно хотелось на работу, что забыл дома телефон. В общем, как-то так. Ну ничего, побудем день без интернета. В общем и целом. Посмотрим, как оно, что оно будет. А еще очень сильно хочется навести порядок в багажнике, поэтому придется покупать органайзер нормальный. Не знаю, как у кого на фьюжике, но у меня почему-то в багажнике выходит 96 между колесами расстояние. Ну, где-то 95, я думаю, можно сделать кофр такой, органайзер из его материала. Кинуть его туда, и пусть он там стоит, на три отдела разделить за счет заднего угла. Ну, он не 90 градусов, а, скажем так, там скос, туда можно будет положить и лопату под него запрятать, и ту же самую щетку зимнюю. Хотя зимнюю щетку можно вообще в салон кидать. Проще будет доставать. Ну, в общем, как-то так. День без телефона, это интересно. Прикиньте, дождь уже. В общем, целый день без эксперимент, целый день без телефона. Оказалось очень даже круто. Теперь можно ехать домой, приготовить жене очень вкусный борщик. С Богом. В общем, как-то весело без телефона работается. Мне даже очень сильно понравилось. Ничего не отвлекает. Единственное, что, конечно, у Гугла спросить можно кое-что по работе. Но ничего, в принципе. Без телефона тоже весело. Да что ж такое-то? Борится с погодой. Ничего, сейчас сделаем борща, потом поедем, встретим жену. В общем, как-то так и никак иначе.